Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Чужие против Хищника 2. Играем мы за Чужого. Продолжить игру. О, хвост от него только. За Десантника играли, там зарядка, по-моему, на автомате шла. Не дайте людям уйти с императрицей. Вот как вот эту сделать, чтобы она поменьше была? Где-то какой-то лифт едет. Турель. Блин, ни хрена меня покоцали. А, вот так вот можно было. Отпусти ему муму. Слушай, он кричит уже, помогите. Так, а я не понял, если я здесь, что мне надо? Ксюша, вы сейчас обои получите у меня. Вот сюда. Еще и темно-то так. Seal the gates. Protect the Empress. Так, ладно, здесь мы сориентировались. Этот вообще, по идее, не люди должны были строить, а хищники. Так. Вот так. Давай, пополняй здоровье. Так, сохранить. Для начала посмотрим, что здесь круговая. Блин, подожди, стой, стой. А где тут башка-то у меня была? Они за углом стояли, да? Или вы должны были выбежать? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Если бы я пошел сюда, тут уже все разбито.
Здесь и делать-то нечего было. Экстренная промывка глаз. После чего? После того, что увидел? Ладно. Ну, сюда-сюда. Ты-то откуда вылез? Наверное, отсюда. Ну ладно, как бы то ни было. Больно похоже, что оттуда кто-то выйдет. О! Минутку. А те-то комнаты открылись? Ага. Сзади у него открылось. Подождите. Блин. Нет, вот здесь сюда. На. Подпитался. Так. Отсюда прибыл. Что заново круг идти? Роботы.
Можно было и в другую сторону, да, пойти? Тем же успехом. Вон он, все зелененькие. Ладно. Так, смотрите-ка, стоял, ждал меня. Вот он. Вот здесь вот, наверное, схватка будет. Молодец. Не дайте людям уйти с императрицей, это понятно. Так, это не та площадка? Нет, не та. Ого. Твою мать, он меня одним ударом. Их там двое. Если того наверху, который напасть. Ни хрена. Блин, мне надо только в ближнем бою. Ну-ка, надо, не знаю, сохранить.
Ни хрена, это какой-то там робот появился. Твою мать, меня поймали. Второй раунд какой-то, я не знаю. Один взмах. Мать его. Сколько вас здесь надо-то победить? Успел. Я не понял, это что за нахнагель-то? Так, подождите. Вот это надо сохранить, это точно. Твою мать. Мне очень больно. Не надо давать ему подальше чуть отходить, он сразу стрелять начинает. Я не понял, он что, им подкормился, что ли, или что? И бронированного хищника, и этого сожрал. Или я у него просто поди выбил этот посох из рук. Он за новым побежал. Может, у них какие-то заряды ограниченные были.
Doctor. Landing has not been extended. Recommend abort landing. Recommend alternative routing. Your advice is noted and ignored. Land. Yeah. Мать его. Как сложно вот. Где посадочный маяк? Так. Я так думаю, это, наверное, может быть к завершению уже. Вот ему. Это человек или робот? Вот она, королевна-то. Чего ты там лезешь к микрофону? Заключение. Наши спутники подтверждают, что Улей жив, однако передовые башни непригодны для дальнейшей эксплуатации. Без значительных инвестиций, учитывая нашу потребность, целесообразность и чего-то там еще. Ну что ж, вот мы и за хищника прошли. Ой, за хищника, за чужого. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.